Британская журналистка Али Смит сказала: «Февраль полон надежд. Февраль – это практически весна, а весной возможно все». Соликамцы, а вы почему ждете прихода весны? Ну как почему? Весна – это пробуждение жизни, листва, положительные эмоции и, конечно же, праздник 8 марта. Я хочу поскорее лето. Ну, весна есть весна. Во-первых, ну как-то, как тебе сказать, дни длиннее становятся, потеплее. Вот когда сойдет вот это вся это безобразие, которое не могут вывести, и появится все-таки первая травка, зелень. Ну, она, а зелень – это жизнь. Тепло, во-первых, цветочки, почки, и бычки, и подснежники. Чтобы тоже лето дождаться. А что у тебя летом? Уехать. Ждем, наверное, потому что это как обновление природы. Новая зелень, свежая. Так и здесь человек надеется, что перезимовал, и можно ожидать каких-то изменений, и старается сам, может быть, лучше становиться, почаще улыбаться с ожиданием весны и как-то порадовать окружающих людей. Наверное, чаще вспоминают, что если хочешь, чтобы мир изменился, изменись сам. Добавлю, начало весны в Прикамье будет теплее нормы. По крайней мере, так утверждают метеорологи.